за 30 лет арестет сына. Нет, нет, но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать, и на что надеется она. Много лет, как кончилась война, много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что на земле лежат. Сколько их туда лет всего, мальчика без усы не пришло. По весне фильм документальный о войне. Все пришли в кино, и в старый мал. Кто познал войну и кто не знал, перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно это было вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. И раздался материнский крик. Алексей, Алешенька, сынок, Алексей, Алешенька, сынок, Алексей, Алешенька. Траншеи бой, стала мать прикрыть его собой. Что воняет, и в волну поет, но сквозь годы мчался сын вперед. Алексей! Кричали земляки. Алексей! Просили, да беги! Кадр сменился, всем остался жить, просит мать о сыне не повторить, просит мать сыне не повторить, просит мать о сыне повторить. И опять на танцпол бежит, жив здоров, не ранен, не убит. Алексей, Алешенька, сынок! Алексей, Алешенька, сынок! Алексей, Алешенька, сынок! Ее своим линейным.